Иду в гости к моим соседям, с которыми мы дружим. Какие мы живельники, роскошные. А тут красота. Привет, привет. Чего ругаешься? Привет, красавица. Привет. Да, не ругайся. Я хочу посмотреть, какая тут красотища. Ой, боже мой, кто ты тут такой ругатель? Кто такой ругатель? Пойдем посмотрим цветочки. Загляденье. Загляденье. Да, не ругайся, не ругайся. Какая роза. Необыкновенная. Тут что-то цветет. Потрясающая стена. Целая стена. Пойдем смотреть. Какая-то ранняя хризантемка цветет. Водички. Шикарный сад у моих друзей. Вот этот клематис, это обязательно надо заснять. Роскошный просто. Вера, а что вот это такое красивое с желтыми листьями? Да ты что? Берючина. А почему она желтая? Я тоже такую хочу. Дашь потом веточки? Я ж там делаю у себя изгородь. Тут и помидорчики, и перчики. Слушай, картошку умудряется сажать. Но самое, конечно, роскошное – это розы. Ой, какие розы! Просто нет слов. Это просто фантастика. Бог ты мой. Какое роскошество. О, вы не представляете, как тут пахнет. Какое ароматище. Вот какая красота. Вообще обожаю желтые розы. А вот тут у тебя шиповничек пошел от розы. Видела? Ох ты мой, какое роскошество. Ну не ругайся, не ругайся. Я не буду ничего делать. Клематис. Красота. Вот надо мне тоже вот так перголы посередине. А то я что-то все по каким-то краям. Тут вообще прям. Да ладно, на меня. У тебя такие розы, у меня таких и близко нету. А плетистая у меня там. У меня одна погибла. О, какая роза зеленая. Ёлки-палки. Я умею. У меня на даче все розы были черенкованы. А тут какая. Это вот сейчас они, когда первая волна пройдет, я у тебя буду клянчить. Ой, какая прелесть. Вот такая у меня погибла. У меня три розы. У меня три не перезимовали. Одна плетистая и две этих.
А тут вообще роскошество. О, у нас с тобой жасмины с двух сторон от забора. Говорю, жасмины, у меня оттуда, у тебя отсюда. Так, вот, друзья, вон виднеется мой участок, чтобы видели, что я в гостях у своих соседей, а не приехала в рай какой-то. Это все у нас тут такая красотища. Да. А вот какой классный грибочек. Грибочек. Хозяйка, помаши рукой. Издали помаши хотя бы. О, привет. Вот такая красотища в гостях у моих соседей. Шикарно. У меня пошли, я что же? А, ну я не по 50, я по 390 брала в обе. Ну вот я в обе брала, но я брала в горшочках по 4 штуки. И по 390 рублей горшочек. Да без разницы. А вот твоя дохляшка была, я в моё вот все было. Понятно. У меня она везде, ты знаешь, она вот не поймешь, вот, что надо. Надо выкинуть. Дали нам многолетку. Вот это, да. Василек. Василек, как он называется? Да, да, Василек какой. Вот это вот красиво. Сколько сидели, не цели. А вот это будут голубые. Колокольчики. А это вот такой травка, был. Ну все, заросло. Красивая, надо правда? Залазить, она, ну, у нее корневая система поверхностная, так что она никому не навредит. А вот этот олень мне нравится, он мне нравится. А я люблю вербейник, я его везде рассадила. И сюда, и что? Вот, видишь, она такая большая. Сейчас я клематис твой. Какая красота. Я не могу. Ты что? Козы, привет! Не один колесный такой. Колесный. Роди. Да, роди папу кого-нибудь красивого. Вот еще клематис. Блин, красиво. Мне кажется, красиво. Да, красиво. А хвосты, говорю, вот. Thank you.